нормальных новостей, так как, если честно, то я не знаю, почему абсолютно все проекты разломали все, и все сервера Сампа, они как бы, ну, закрылись. Вместе с ним Эвольф Ролиплей потерял, или потеряло, или потерял л, который постоянно вот типа пихают его, говорят, вот, помимо Аризона РП и вот этого вот всего Эвольф Ролиплей, проблем с ним и все прочее. Разумеется, Эвольф Ролиплей, либо играйте на Trinity GTA. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всегда такое было, и вот опять. Понимаете ли, в чем дело? Дело все в том, что я уже рассказывал о вот подобных ситуациях. По-моему, это было даже вот на канале то ли Зидан Семен, то ли вот на этом канале в самом начале, то ли там еще вот на каких-то каналах. Все это было в этом интернете, в прочих вещах. И поэтому, понимаете, вот просто ты вот чувствуешь, что постоянно вот об одном и том же, то, что вот эта вот вся, знаете, самповская история, она циклична, и ты такой типа, вот одно, вот другое, но по итогу то, что было одно, оно другое, а то, что второе, оно, блядь, то первое, и типа, блин, думаешь, да как же так? Что же происходит-то в самом деле? Ну неужели не может быть каких-то нормальных новостей, так как Экспресс Ньюс, они, знаете, не заходят, последний выпуск, он там какой-то, по-моему, 10 из 10 по темпам продвижения, то есть, ну это вообще, это полная параша, полное говно, но я не сдаюсь, я в самом деле не опускаю руки, были времена, когда, знаете, у меня было 0 просмотров, может быть, там 1, 2, 5, может быть, вроде того. И поэтому, ну, сдаваться это, знаете, это не для меня, абсолютно точно. Ни для кого, наверное, не секрет, что все проекты, вот какие бы там ни были, вот просто открываете мониторинг, и, по-моему, все проекты, они, знаете ли, стоят на одном вот этом хостинге, на одних вот этих вот вычислительных мощностях. И поэтому, вот если у какого-то одного проекта проблемы, то проблемы, ну, скорее всего, вообще у всех проектов из вот этого вот всего списка. Если честно, то я не знаю, почему абсолютно все проекты стоят на одном хостинге, но это как минимум небезопасно для абсолютно всех игроков Сампа, мало ли что-нибудь будет, мало ли там какие-нибудь, я не знаю, конкуренты такие приходят, опа, ребят, а все, а мы, знаете, этот реакт суммы его дудосим, мы приехали в офис, где у них стоит вот это вот все оборудование их, разломали все, и все сервера Сампа, они как бы, ну, закрылись и больше не работают из-за того, что реакт су, ну вот, все, мы его как бы сломали, разбили и все прочее. Так вот, в чем же сейчас заключается вся проблема? Дело в том, что вот просто какие-то лаги, баги, все прочие вещи пошли с этим самым реакцию, и поэтому Arizona RP потеряла дохуища онлайн. Вот прям, знаете, очень много. Вместе с ним Эвольф Ролиплей потерял, или потеряло, или потерял л. Там вот тоже онлайн потеряли вот они вот, и поэтому, ну, сами понимаете, такое себе, конечно, дело вот в данном случае. Ну, если Arizona RP жалко, то вот Эвольф Ролиплей, а может ли быть тебе жалко человека, допустим, который тебя обманул, который тебя вот постоянно, знаете, пытается ограбить вот этим вот всем своим проектом, который постоянно вот типа пихают его, говорят, вот, Эвольф Ролиплей, заходи, заходи, давай, играй, делай прочие вещи, давай, заходи, сука, а ты такой, ребят, ну не надо, пожалуйста, а тебе такой, на, играй, сука, донать, блядь, и вот это вот, может ли быть хоть какое-то, знаете ли, сострадание, вот это вот вся эмпатия к этому проекту, ну вот я даже, я если честно вообще не знаю, да и мне, в общем-то, это все, ну, не особо интересно, потому что, да и... Да и похуй, наверное, да и поебать, типа, ну его, ну ладно, ладно, давайте уже будем как-то более человечно, нам жалко все проекты, потому что сейчас, помимо Arizona RP и вот этого вот всего Evolve Roleplay, также страдают Trinity GTA, это, как я понял, и RPG проект, и ролеплейный вот этот вот весь full roleplay проект, на котором играет Данил Герреро, вот там вот они, конечно, да, вот они вот все там страдают и вообще не знают, что можно сделать, и я не помню, говорил я или нет, но сам РП тоже там, знаете, какие-то видео перебоит, то ли еще какие-то вот эти вот все прочие вещи. Однако, можно ли этому верить или нельзя? Ну, я даже не знаю, потому что это же все пишет LifeSamp. И, ну, вполне возможно, что на SampRP это все нормально. А вот, ну, как бы, вот, вот так все происходит. А они пишут то, что все ненормально. Хотя, если посмотреть на скриншот, который они предоставили, то все в самом деле очень, очень хуево. Очень плохо, прям, знаете ли, вот тут вот находится. Потому что у Arizona RP минус 6% онлайна, у Evolve Roleplay минус
практически 7% онлайна, у SumperP минус 4 и у Trinity GTA минус практически 8% онлайна. И все это, разумеется, из-за реакцию, из-за каких-то вот определенных проблем с ним и все прочее. Разумеется, сейчас, по крайней мере, когда выйдет данный видеоролик, я более чем уверен, что все эти проблемы с проектами, с серверами, со всеми прочими вещами, их уже все пофиксили, и вы можете спокойно, знаете ли, поиграть. В любом случае, делитесь своими мнениями, впечатлениями, прочими вещами, если вы, допустим, играете на Evolve Roleplay, либо играете на Trinity GTA, либо играете на SumperP, пишите в комментарии, как у вас там вот эти вот все проблемы, как вы себя вообще чувствуете, как там что происходит, и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие вещи, проблемы и вот нечто подобное. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика, а там же находится мой промокод, там же находятся все мои прочие вещи, мои никнеймы, а мои айпишники, ну не мои айпишники, айпишники как бы реакцию предоставляет, насколько я могу знать, и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие вещи. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик, потому что непонятно, во сколько он выйдет, да, там в 20:00, либо там, я не знаю, в 21:00, либо в 3 часа ночи, я вот это вот все знать не могу, и поэтому, в общем-то, до свидания, ставьте колокольчик и не пропускайте новые видеоролики, они выходят каждый день, а если в какой-то день не вышел видеоролик, то, значит, завтра выйдет 2 видеоролика, или 5, или 8, ну, в общем-то, как пойдет, да.